Так, итак, мы едем на какой остров? А, называется Бока-Сиега-Ки. Бока-Сиега-Ки. Да, остров называется Бока-Сиега. Нет, мы едем на... Ой, снимаю там, а тут какая красотища. Мы сейчас переезжаем по этому мостику. Маленький мостик, ага. Да, мы переезжаем с Санпит-Бич на Бока-Сиега-Ки. Очень маленький островочек. Не материтесь, пожалуйста. Всему это не я, это испанцы придумали. Такие. Ай, какая красота. Так, нам бы успеть, чтобы не застрять на красный свет. Давайте, девочки, мальчики, тю-тю-тю. Успеем, никто не собирается переезжать. Тем дорогу. Так, маленький островок, там будет еще маленький островок. В общем, тут будет три моста. Вот это первый мост переехали мы. Вот этот мост разводной. Вот мы сейчас будем по нему черненький. Вот этот. Вот это здесь разводят мост. Смотри, какой пляж прямо возле. Красиво. И никому он не нужен. Один человек по-моему. Так, мальчик. Ну что, пляж вычищен? Мы едем на кей. На, как называется киеста? Кей. Бока. Сиеста. Бока. Сиеста. Сиеста. Сиеста Кей. Нет, нет, нет. Это мы потом поедем. Сиеста Кей. Сейчас это Бока-Сиега-Ки. О май гад. Бока-Сиега-Ки. Бока. Бока. Бока это крыса. Это что? Кажется. Крысиный остров. Да. Сиега я не знаю, что значит. Так, мы едем все время прямо сейчас. А, пока да, потому что вот это вот ответвление. Тут двустороннее движение. Оно поехало как раз в Форт-де-Сото, насколько я понимаю.